Потому что нет вот этого таких вот приколов, как шоркания таких вот. Ай, какая красота! Можно сказать, что это какой-то винил засэмплили. А по факту все наше. Всем здорово! Сегодня мы рассмотрим, как создать мягкий, приятный ламповый звук. Конечно, можно сказать о сведении много, да, тут разных вещей, но я хочу именно сегодня поговорить больше про аранжировку, то есть как сделать мягенькие, подобрать инструменты, как сделать прогрессию аккордов и так далее. Рассмотрим просто базовые примеры, а там уже можете дорабатывать в своих жанрах, стилях там и так далее. Обычно, когда мы говорим о мягкой аранжировке, это обычно ассоциация с живыми инструментами, да, там гитара, пианино, может быть орган, там барабаны какие-нибудь мягенькие, живые, ну вот в общем в этом все роде. И давайте попробуем написать что-нибудь с нуля и параллельно буду объяснять, что я буду добавлять и зачем. Вот, погнали, всем приятного просмотра, поехали. Так, первое, что мне кажется, один из лучших инструментов для такого живого звучания и пианино в данном случае, это пианотек, очень хороший вариант. Так он звучит, да. Ну, все пианино вот так звучат примерно, но здесь есть много разных фишек, и одна из них, которая мне нравится, это кондишн здесь вот внизу, она позволяет расстроить пианино. Кстати, такое вот прям очень похоже на натуральное. Вживую примерно так же пианино расстраивается. То есть физмодулирование здесь на каком-то высочайшем уровне. Будем такой вот звук использовать. Можно там куча пресетов, огромное количество, но нам пока без разницы. Мы здесь не за тонкости тембров, а за основу как бы. Дальше, мы создаем аккорд. Мне на миди удобнее просто играть, да, импровизировать. Но можно и вот так вот в пианороли натыкивать. Просто сам процесс творческий, он кажется таким более скудным, но тоже норм. Итак, первое, что мы хотим прописать. Я буду писать в до-мажоре, то есть все по белому, да, чтобы было удобнее для анализа. Как обычно пишутся аккорды? Вот так вот. Да, там. Вот так вот все заполняем. Типа до-мажор аккорд. Но, если мы уберем третью ступень, да, вот эту первая, вторая, третья, тут уже непонятно, минор это или мажор. Потому что определяет минор и мажор обычно вот терция в аккорде. Если мы ее уберем и переместим на вторую ступень, либо на четвертую, будет аккорд такой, более киношный, что ли. И тоже не такой очевидный, но уже более густой, скажем так. И именно густота здесь решает. То есть нам нужно сделать неочевидную эмоцию, но при этом густо. Прикольные ступеньки, как седьмая ступень, да? То есть первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Да, вот здесь. Либо так, либо так. Ну, типа в минор, как будто мы выходим. Вот, ну, так все слишком близко, можно вот так вот раскинуть. Да, можно эту пропуши. И, допустим, тоже пятую добавить здесь. Либо здесь первую. Либо продублировать, например, седьмую. Либо вторую добавить, там, или четвертую. Ну, в общем, тут как угодно, да. Но идея такая, да, что третью не ставим, которая давала бы нам очевидную эмоцию. Убираем ее. Нам нужно чуть-чуть неочевидно. Здесь также можем сделать следующие вещи. Alt-S для того, чтобы... сделать, да, и Alt-R для того, чтобы сделать разные velocity, чтобы было как будто по-разному пальцы же нажимают, не все же мы как роботы играем. И просто опускаем все до пятой ступени. Что такое пятая ступень? Это первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Вот. Просто все поднимаем, либо опускаем, смотрим, как нам больше нравится. Вот, так можно звучать, либо на октаву ниже, да, то есть... О, так мне гораздо больше нравится. Потом опять обратно. Отлично. Вот у нас первый такой аккордик получился. Мы это все зацикливаем. Следующее, что может хорошо зайти. Обычно с живыми инструментами всегда хорошо заходят другие живые инструменты, да? Поэтому тут всякие дудки, гитары, барабаны тоже живые, может хорошо зайти. Мне в данном случае очень нравится Session Guitarist Electro Vintage. Здесь есть такие штуки, как... Да, но все вот эти вот стандартные аккордики там можно прописывать. Но здесь есть muted. Вот. Крайне натурально звучит. Особенно если это в миксе. Вот, и поэтому мы здесь именно эту штуку пропишем. Прям сразу же в этом паттерне пишу, чтобы было мне удобнее видеть, какие ноты мы используем здесь. Тут нам нужно подчеркнуть как бы ритм, да? То есть нам нужно понимать его, во-первых. С любой ноты. В принципе, тут надо смотреть, какая лучше подойдет. Вообще не очевидно, какая лучше подойдет. Всегда это рандом, часто. Да. Потом можем попетрить. Можем пониже поставить. Да, можем сюда поставить.
Вот сюда. Ну, это уже сильно низко, уже бас-гитара такая. Мне вот нравится вот здесь наверху, как звучит. Здесь вот F-ка мне прикольно нравится. Отлично, это у нас база, да, то есть как бы это и не барабаны, но и не прям гитара, да, такая. Такая немножко асимерная тема. Давайте метроном вырублю. Здесь можно сделать проходящие нотки, допустим, так. Можем чуть покороче, чуть поменьше велосити. В принципе, уже довольно так относительно мелодично. Следующий вариант, который мне нравится, это орган. Здесь я под себя уже сделал один пресет, который мне вот понравился именно в этом случае. Так он звучит. Самое главное здесь кайф, вот это клик. И здесь мы будем использовать тоже его в соло. То есть такие темы. Можем чуть подлиннее. То есть иногда нужно возвращаться. То есть вы начали с этой ноты, возвратитесь у нее, в принципе. Только через проходные какие-то нотки, как вот здесь. Тоже это всегда прикольно звучит. То есть не просто тым поставить, да, вот так. Потому что нет вот этого таких вот приколов, как шоркания таких вот. Можно подлиннее, как здесь, в начале сделать. Да? Ну и потом уже здесь уже начинается, тут уже вариации. Тут, в принципе, уже можно... как-нибудь его работать, да, там по-интересному. И я обычно люблю в данном случае добавлять какой-нибудь лоу-файный вариант. Такие кикчики мягенькими. Какой-нибудь такой вариант. И уже приписать драмочку. Такой земляной кик немного. Можем второй еще добавить для... для живости. Просто сделать его потише. Чтобы он просто был альтернативным таким вариантом. Это можно чуть потише сделать, да, там поменьше пич. Здесь какой-нибудь подрезать резонанс этот. И здесь уже вариации с тем, как вы хотите обработать общее восприятие, да, скажем так. То же самое можно на отдельный инструмент. Немножко реверочка там, все такое. Здесь можно добавить такой плейт, реверб на гитару. Тун-тун такой. Следующее, что важно в этом случае, чтобы как бы дополнить, да, как будто чего-то не хватает. И здесь часто это относится к басу. Бас тоже живой, ну, чтобы как бы дополнять уже, да, конкретно. Здесь, в принципе, я возьму базовый, без пресетов, изи бас. Очень хороший басец, то есть крайне всем советую. Тут просто мы дублируем как бы ноту баса, да, вот здесь вот. Только пониже можно. Здесь то же самое. Здесь какие-нибудь нужно проходящие. Да, там. Можно попробовать различные другие обработки. Поменьше сделаю реверочка на гитаре и на органе тоже. Такой более такой долбящий вниз, да, такой. Также можно добавить, допустим, какой-нибудь, не знаю, там, какие-нибудь дудки, возможно. Тоже может хорошо подойти. Аккуратненько, так легенько, не перебарщивая, да. Такую какую-нибудь штуку можно добавить. Опять же, просто ориентируемся на то, что мы прописали аккордами. То есть аккорды — это база. Это база. Лично вот я такой случай выбираю больше. Мне такой вариант больше нравится. Сначала аккордик прописать, потом уже под это. Можно какой-нибудь... Да, повыше пойти можно сюда. Thank you.
Тутан, чтобы сюда опять не нотку рэп повторяться. Что скучновато, так? Тутан, какое-то развитие есть минимальное. Тоже можем немножечко размыть плейтом. Плейт просто это такой старенький реверб, пружинный, такой немножко перегруженный. И он сюда прикольно заходит. Потом можно добавить, допустим, скрипочки, да? Можно оркестровые на самом деле тоже. Такие голливудские немного. Так, повыше где-нибудь сюда. И главное сделать не сильно громкими, так, легенько, чтобы чуть-чуть на фоне были. Можно даже подальше их поставить. Тоже немножечко реверочек. Чтобы дальний план создать. То здесь можно, в принципе, больше ревера в плане бленда, да, то есть микс. Можно повыше. Да, вот такая вот идея, то есть, в принципе, ничего сложного нет. Единственное, что однообразно, да, но, опять же, зачем мы столько инструментов добавляли? Чтобы потом вот так вот их менять. Допустим, здесь у нас вообще не будет. Здесь вообще практически все уберем, да, допустим, так вот. Оставим здесь только гитару и пианино. Да? Здесь что-нибудь добавим уже. Допустим, добавим пианино, да? Поэтому ДБ оставляем, это все убираем. Тоже. Здесь оставляем бас, да, убираем дудки и strings, да, то есть струны. Здесь можем уже драмочку добавить. Добавляются такие штуки. Можем давать потом хэтики. Вот этот хорошо заходит. Потом можем второй. Просто в два раза реже его просто поставить так вот. Таким вот образом. Здесь его можно сделать тоже чуть-чуть в плейт, чуть-чуть разбавить. Кстати, есть, по-моему, для хэтов ревер. Я не тестил еще, ну-ка. Хай-хэт ревер. Прикольно. Вот, и потом опять назад возвращаемся, да? Опять же, что можем еще сделать прикольного? Можем сделать просто все опустить ниже, допустим, минус 3. Вот так вот, транспоуз и... Ай, какая красота! Можно сказать, что это какой-то винил засэмплили. А по факту все наше. Добавить просто сюда какой-нибудь голос любой. Типа масло черного тмина, скриптонита, что-нибудь певчее женское. Все будет супер. Если бас слишком низкий, да, можем его поднять повыше на октаву. Слишком прям такой металл как будто. Во, так, ноля. Гораздо лучше звучит. А, отлично. И потом назад опять. Отлично. Можно наоборот поднять, посмотреть, как оно будет там. Давайте плюс 6, допустим. Тоже классно. Потому что база хорошая, в принципе. Дудки тоже хорошие здесь. Будет что-то позитивное такое. Та-да-т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 а-да
Надеюсь, данный ролик вам оказался полезным и интересным. Обязательно пробуйте, тестируйте. С первого раза, возможно, не получится, да, вот такую вот атмосферу создать. Но с помощью практики, допустим, я вот сейчас не ожидал, что получится. Я хотел показать больше про орган, пианино и гитару. В итоге вот добавил пару инструментов, и вот оно магически так сыгралось. Так что пробуйте, тренируйтесь. Буду рад, если прожмете лайкос, подписочку на данный канал. Также провожу обучение по созданию музыки. Если хотите подробно разобраться в теории музыки, как прописывать аккорды, как вообще работать с инструменталом, битом, сведением и так далее, ссылочка в описании. Набор в сентябре 2022 года. Обязательно приходите и смотрите. Буду рад, если присоединитесь. Также слушаю ваши домашки. Там вообще плотный разбор основных жанров. Как вообще вести свою деятельность, в том числе, будет тоже. Все, благодарю, спасибо большое. До скорого. Удачи!